Самый удобный способ преобразовать таблицу, которая сохранена в PDF-формате, в Excel-ский формат, это использовать программу FineReader. Данная программа позволяет распознавать, кроме PDF-форматов, также обычные графические форматы. Результаты распознавания программа может сохранять в различные форматы офиса или просто в текстовые форматы. У меня есть табличка в таком вот виде, и мне нужно ее конвертировать в Excel-ский формат. Для этого перетягиваю табличку в FineReader. Программа открыла все страницы документа, их здесь 111 штук. Если у нас есть какие-то лишние элементы на странице, то можно их исключить из распознавания. Для этого берем, выделяем элемент, который содержит таблицу. Вот так. Называем его таблицей. И нажимаем анализ структуры таблицы. После анализа структуры мы видим правильное разбиение на ячейки. Если какая-то ячейка неправильно разбилась, мы можем ее подправить. Но если таблица не содержит каких-то смазанных частей или удаленных границ, то обычно FineReader распознает корректно всю таблицу, и нам не нужно делать никаких ручных телодвижений. Выделять таблицу и делать анализ можно в автоматическом режиме. По умолчанию программа автоматически распознает документ при загрузке, но я убрал эту настройку, поэтому у меня программа просто загружает документ и не распознает. Для того, чтобы распознать весь документ, нажимаем кнопку «Распознать». Программа в автоматическом режиме анализирует страницу, разбивает ее на блоки и распознает. Через несколько минут мы получили распознанный документ. Далее результаты распознавания сохраняем в Excel, но перед этим можно сделать некоторые настройки. Если нам не нужно, чтобы сохранялись колонтитулы или все текстовые блоки, которые находятся вне таблицы, то мы отмечаем следующие пункты. Игнорировать текст вне таблицы, то есть все, что находится вне таблицы, это номера страниц, какие-то надписи, заголовки таблиц, подписи внизу документа, оно все будет игнорироваться. Будет выгружаться в Excel только сама таблица. Сохранять числовые данные в формате цифры, ну, это спорный вопрос, лучше убрать. И нам не нужны колонтитулы, если они есть в документе. Далее выбираем в пункте «Экспорт» «Передать Microsoft Excel». Нажимаем «Ждем пару секунд». Открывается Excel-овский документ, в котором мы видим результаты нашей работы. Здесь прекрасно все распознано. Причем документ не содержит лишнего текста.